Всем привет! С вами все о звездах ТВ «Интересно знать». Представляем вашему вниманию талантливого, многодетного и красивого актера Александра Константинова. Как он из охранников стал звездой сериалов? Его необычная история любви. Как выглядят дети и кто жена красавчика-актера? Статный красавец актер Александр Константинов родился в семье военного в крымском городе Джанкой. Александр решил пойти по стопам папы, хотя еще в школе сверстники и педагоги замечали в нем артистические задатки, и все советовали в один голос пойти ему в артисты. Но в то время Александр не решился, хотя в глубине души он очень сильно мечтал об этой профессии. В военное училище он поступить не смог, и тогда он пошел в Симферопольский кооперативный техникум и получил профессию товароведа. Далее он отправился служить в армию, а в это время родители переехали из тогда украинского Крыма в Россию, в город Каменск-Уральский. Александр после армии тоже приехал в Россию, получил российское гражданство и отправился в подмосковный Королев, где обосновался его старший брат. Он работал и охранником-телохранителем в ночных клубах, и грузчиком. Его путь на телевизионные экраны начался с реалити-шоу «Голод». Услышав о кастинге в шоу, он связался с организаторами и записался на собеседование. Хотя он до конца не верил, что простые парни с улицы могут попасть в такой телепроект. На место в это шоу претендовало 10 тысяч человек, а взяли всего 12. Через 3 месяца раздался долгожданный звонок, и ему сообщили, что его кандидатуру утвердили. Съемки шоу проходили в Берлине, и это был его первый выезд за границу. В итоге Александр стал победителем и получил главный приз – пожизненную ежемесячную выплату $1000. Эти средства он решил потратить с толком. Поступил на платное отделение Щукинского училища. Уже вскоре сыграл свою первую эпизодическую роль в сериале «Кодекс чести». После окончания этого училища Александр был принят в театр Вахтангова. В том же 2008 году он впервые сыграл главную роль в мелодраме «Одна ночь любви». Несмотря на поздний старт карьеры, на сегодняшний день в его фильмографии уже более 70 работ в самых популярных проектах. Личная жизнь Александра также сложилась счастливо, и история его любви довольно необычная. Еще на шоу «Голод» он познакомился с другой участницей, журналисткой Кариной из Казани, татаркой по национальности. Александр так сильно влюбился, но взаимности в ответ не получил. На тот момент у Карины был жених. Прямо во время съемок шоу она вышла за него замуж. Александр очень тяжело принял это обстоятельство. Но в глубине души он надеялся, что Карина все же когда-нибудь станет его. И не ошибся, уже скоро она рассталась со своим обеспеченным мужем-юристом. И тогда у нее завязался роман с Александром. В 2013 году у пары родились близнецы Оливия и Клим. Еще через несколько лет родилась младшая дочка Теона. Так Александр на сегодняшний момент является отцом 3 замечательных детей. Судя по счастливым совместным фото в соцсетях, в семейной жизни актера все замечательно. Ведь вместе с Кариной они счастливы уже более 15 лет. Пожелаем всего им самого наилучшего, всего доброго. Александру побольше новых интересных ролей. Всех благодарю за внимание. Спасибо огромное, что досмотрели ролик до конца. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Всего вам самого наилучшего. Пусть все плохое останется в этом году. А все самое лучшее случится в новом 2021. Счастья вам, любви, удачи, здоровья и всех благ. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов и всем пока-пока.